В мире кризис идет волнами, но западные ученые сказали, что забудьте о волнах, идет рябь, которая может обернуться цунами в любой момент. У нас была волна 2009 года, у нас была волна, связанная с Грецией, с Португалией в 2011 году, у нас была волна, связанная с Кипром, между прочим. Кризис неизбежен, потому что глобальные монополии на глобальном рынке загнивают, не имея внешних источников конкуренции. Они сорвут мир в глобальную депрессию, и оползание к этой глобальной депрессии мы называем кризисом. Когда это будет, непонятно.